Привет, ребята, на связи с вами Серега, и в этом видео мы будем знакомиться и учиться работать со скриптом под названием Type.js. Что он делает, я вам прямо сейчас и покажу. Давайте я обновлю страницу и смотрите. Он создает эффект печатания текста прямо на странице вашего сайта. Ну, в принципе, сюда вы можете разместить все, что угодно, и призыв к действию, и подписаться. Ссылочки, кстати, здесь тоже могут выводиться, как и обычный текст. Поэтому скрипт, я думаю, будет для многих полезен. Итак, для того, чтобы начать урок, скачайте, пожалуйста, архивчик StatLite, ссылка в описании под видео к себе на компьютер, распакуйте и получившуюся папочку переименуйте в Type.js. Затем откройте ее в своем редакторе. У меня здесь с левой стороны файл index.html находится, а с правой стороны у меня будет файл style.css и файл js, то есть мы в нем будем писать скрипт. Так, дальше. Давайте мы вернемся назад. Затем переходите вот на этот сайт. Ссылочка в описании под видео тоже будет. И здесь жмите на кнопочку Download Zip. В итоге вы скачаете вот такой архивчик, он вам понадобится. Ну и затем переходите прямо на GitHub. Здесь у нас будет много инструкций по установки и настройки этого самого скрипта. То есть мы оттуда будем пионерить код с вами и, соответственно, смотреть на изменения. Итак, в первую очередь, что нужно для установки, это подключение jQuery. В нашем шаблоне заготовки jQuery уже подключен, он скачивается с сервисов Яндекса, поэтому если у вас нет интернета, то предупреждаю, что здесь тогда jQuery у вас не загрузится. Тогда скачивайте jQuery отдельно и подключайте его напрямую, например, ну, прямо с проекта вашего сайта. Затем, следующий этап – это подключение самого скрипта. Давайте мы откроем папочку нашего проекта. Так, откроем сам скрипт. Здесь в папочке проекта зайдем в папочку JS, а здесь мы заходим сюда, в папочку dist, и копируем минифицированную версию нашего скрипта. То есть мы там колупаться не будем, поэтому будем подключать сжатую версию. Весит меньше, и это хорошо. Так, закрываем, больше мы внутрь не полезем. И теперь идем сюда. Я жму здесь Ctrl-D, то есть сделаю дубликат строки, и вместо файла JS мы подключаем этот самый Type.js min. Так, min.js точнее. Сохраняемся, в принципе. Здесь у нас все. Теперь идем ниже и смотрим. Теперь нам надо его инициализировать, этот скрипт. И для этого мы копируем вот эту штуку внутри тега скрипт и размещаем его в файле JS. Ну, сразу говорю, что вы можете скопировать все вместе с тегом скрипт и разместить его здесь ниже. Ясно, да? В HTML-коде. Я буду лично использовать файл JS. Итак, сохранимся, обновим страницу и посмотрим, что у нас сейчас получается. Получается у нас ничего. А, забыл один шаг. Нам необходимо еще разместить вот этот span с классом element. Я вам сейчас объясню, как все работает, так что не переживайте. Размещаем его внутри тега main, сохраняемся. И получается именно там, где мы разместили этот span с классом element, у нас и будет выводиться вот этот печатающийся текст. Как видите, все довольно-таки просто. Так, у нас уже все работает. Единственное, что курсор у нас не мигает. Давайте мы опустимся ниже. И смотрите, для того, чтобы включить анимацию мигающего курсора, нам необходимо скопировать вот эти стили. Так, и вставить их, получается, в наш файл стилей. Давайте мы их в конце подключим. Они нам не мешают. Так, и теперь наш курсорчик, он у нас будет уже мигать. Видите, да? Все отлично. Так, следующий момент. Давайте сразу разберемся с настройками, которые уже есть. И заодно подключим еще парочку настроек. А сначала давайте расскажу, как работает вообще скрипт. Смотрите, здесь мы указали, что для класса element у нас будут выводиться две строки. То есть вот это первая строка, вот это вторая строка. Соответственно, первая строка вывелась, она потом удаляется, и вместо нее печатается вторая строка. Здесь параметр TypeSpeed – это скорость печатания. То есть давайте мы поставим, например, 50, сохранимся. И смотрите, сейчас у нас начнется все печататься медленнее. Видите, да, как это у нас идет? Так, двигаемся дальше. Давайте сразу пробежим еще по парочке настроек, потому что потом мне не хочется все назад переключать. Первая настройка – это так, TypeSpeed, Start Delay, BackSpeed. Вот, BackSpeed, давайте мы подключим ее. Это настройка, которая отвечает за скорость удаления текста. То есть, ну, когда первая строка удаляется, скорость по умолчанию у нас нолик идет. Давайте мы еще раз посмотрим.
Видите, да? У нас строка жух, быстро так удалилась. Но если мы здесь разместим, например, сотню и сохранимся, то вы увидите, что у нас получается идет задержка перед удалением. Так, ну, то есть не задержка, а медленнее удаляется текст. Так, и также мы можем указать задержку перед удалением. Это параметр backDelay. По умолчанию значение 500 стоит. Мы можем его поменять. Опять-таки здесь вот эта задержка в миллисекундах. В одной секунде у нас получается 1000 миллисекунд. Давайте мы поставим 5000. Это 5 секунд задержка перед удалением. Так, обновимся и смотрите. Идет. Ждет 5 секунд и потом пойдет назад. Так, видите, да? Ну, в принципе, думаю, здесь и так все понятно. Давайте я эти два параметра удалю. Они мне тут будут не нужны. Так, и мы разберем еще один параметр. Это, typed speed. Typed speed, вот, start delay. Вот он. Так, копируем, вставляем. Это параметр, который отвечает за задержку перед началом печатания. То есть сначала изначально задержка 0. Давайте мы поставим 2000 миллисекунд, 2 секунды. И у нас получается будет идти сначала небольшая задержка, а потом уже начнет печататься все, видите, да? Ну и скорость печатания давайте мы все-таки сделаем с вами побольше чуть-чуть. Так, еще один момент, это... Так, счетчик, то есть сколько раз будет повторяться все. Ну, для начала нам необходимо его, так, подключить. Так, давайте мы скопируем. Так, ставим это значение сюда. Так, и здесь меняем значение на true. Так, запятую ставим. То есть мы подключили счетчик, но ну, он еще не будет работать, потому что мы не указали, сколько он раз должен сработать. Так, поэтому мы, так, здесь... Давайте я поставлю 1000, чтобы нам долго не ждать задержку перед стартом печатания. А тут вот loop count false, видите, да? False читается. Так, мы можем поставить, например, либо значение infinity, то есть это бесконечно будет повторяться, либо, например, поставить значение, ну, давайте 2. То есть два раза будет идти повторение. И смотрим. Так, обновляемся. Так, первое повторение, видите, и потом то же самое начнется идти сначала. И так будет идти два раза. То есть, ну, соответственно, вы можете устанавливать сколько угодно повторений. Ну, тоже я это, мне это не нужно, поэтому я эти значения покуда удаляю. Так, в принципе, с этим мы разобрались. Теперь давайте мы сделаем похожее оформление вот такого экранчика. Мы идем сюда, в файл стилей. Так, и в первую очередь вот здесь. Давайте мы сделаем Ctrl-Shift-A. Так, это оборачиваем в тег div. Так, и вот этому тегу div зададим класс с названием, ну, давайте монитор назовем. Монитор. Все, сохраняемся. А, друзья, еще один очень важный момент. Вот эта штука, класс элемент, да, он должен относиться именно к строчным тегам. Почему? Сейчас покажу. Смотрите, если мы здесь поставим нестрочный, а блочный тег, то есть после которого все содержимое переносится на новую строку, то наш курсор, он будет просто находиться на новой строке. Видите, да? То есть он никуда не деется. И почему так происходит? Давайте мы посмотрим. Так, код элемента. Потому что, смотрите, у нас идет сначала класс элемент. У нас получается, он сейчас блочный, растягивается на всю строку, на всю ширину экрана, переносится содержимое на новую строку. И получается, что наш вот этот курсорчик, он идет после класса элемент, он начинает идти с новой строки. Поэтому, чтобы вот такого глюка не было, здесь обязательно должен стоять строчный тег. То есть в нашем случае это тег span. Так, ну и, конечно же, советую использовать именно вот этот пустой строчный тег. Так, дальше. Давайте вот теперь мы начнем оформление. Так, нашего монитора. Так, для начала, для класса main мы пропишем, так, давайте ширину в 900 пикселей, например. И что еще? Пропишем margin 50 пикселей, отступ сверху, по бокам 0 и снизу тоже 0. Так, сохраняемся. Так, смотрим, что тут у нас происходит. Не то немного. Давайте по бокам мы auto, то есть, чтобы по центру было. Так, обновляемся. И теперь у нас, видите, идет уже текст по центру. Отлично. Теперь даем стили для класса монитор. Так, монитор. Сначала давайте мы зададим background ему.
ну, какой-нибудь 1А, 1А, 1А. Это такой темно-серый цвет, почти черный. Дальше, цвет шрифта. Мы напишем следующий. Так, 0Б, FF, 2,7. Так, и сразу же напишем текст Shadow. Так, текст Shadow. И здесь мы напишем 0,8,9,1,1,9. Я забыл добавить решетку. Так, и тут размер тени. Давайте смещение 1 пиксель вверх, 1 пиксель вниз. Короче, по вертикали и по горизонтали. И степень размытия давайте 2 пикселя напишем. Так, и теперь у нас должен быть уже вот такой текст. Видите, да? Чуть легенькая тень здесь есть, отлично. Дальше. Так, давайте мы разместим также паддинг в 20 пикселей. И border radius. Так, в 10 пикселей. Все. Теперь у нас будет все немножко аккуратнее смотреться. Видите, да? Отлично. Так, теперь мы можем двигаться с вами дальше. Итак, в первую очередь, друзья, что необходимо вам еще знать? Как все это разместить в одну строку? Очень просто. Например, давайте мы с вами... Так, точнее, не в одну строку, а чтобы все выводилось сразу. То есть, видите, у нас тут по одной строке выводится, а у меня здесь все вместе. Поэтому мы, смотрите, что делаем. Копируем здесь название, вставляем его вот сюда, затем копируем вторую. Ну, в принципе, можем вот так полностью весь текст копировать, что я туплю. Так. Вот так вот. И вставляем его сюда. Так. Ну, соответственно, здесь я это все дело подтяну, чтобы у нас смотрелось все аккуратненько. Так, вот. Ну вот, нормально, я думаю. Так, ну и теперь, соответственно, помните, я вам говорил, что у нас здесь могут использоваться HTML теги. Ну и как мы их сюда прописываем? Как обычные теги. То есть давайте мы напишем тег br. Это перенос на новую строку, потому что у нас иначе будет идти весь текст в одну строчку вот здесь. Так, ставим br. Тут, потом здесь идет еще один перенос. И здесь идет еще один перенос. Так, все. Сохраняемся, обновляемся и смотрим. Теперь у нас будет вводиться одна строка, и, соответственно, ничего удаляться не будет. Видите, да? Так, замечательно. Дальше смотрим. Обратите внимание, что мы можем здесь размещать как обычный HTML, так и просто обычный текст. Для этого у нас есть параметр content type, у которого по умолчанию стоит значение HTML. Мы можем поменять его на текст. Так вот, ставим здесь запятую, вставляем этот content type, текст, сохраняемся и смотрим, что у нас выходит. Теперь у нас будут все идти в одну строку и будут показываться эти самые теги br, потому что теперь скрипт начинает их обрабатывать как обычные, ну, обычные символы текстовые. Так, и для того, чтобы в нашем тексте все переносилось на новую строку, ну, вдруг кому-то нужен текст, именно чтобы были строки точно так же, у нас здесь есть такое значение, как n с обратным слэшем. Давайте мы его скопируем и вставим в нужные места. Ну, например, сразу же поставим его здесь. Так, здесь. Ну, в принципе, все равно я это потом удалю, до конца ставить не буду. Но смотрите, что у нас получается. Мы как бы поставили это значение n, но все равно у нас будет все идти в одну строку. Почему так? Потому что нам необходимо дописать дополнительные стили. Смотрите, если мы сюда придем, то тут у нас сам текст, он переносится на новые строки. Видите, то есть каждый идет с новой строчки предложения. Однако, дело в том, что браузер это воспринимает просто как обычный текст, и он все равно все лепит в одну строку. И для того, чтобы он начинал переносить, нам необходимо дописать для нашего класса элемент в стилях один интересный стиль, который будет учитывать переносы внутри текста, то есть не HTML, именно текста. Поэтому мы пишем здесь элемент. Так, и здесь пишем white space. Так, вот он. И параметр pre, то есть он начинает учитывать еще и переносы строк. И теперь у нас тут все будет идти, получается, с новой строки. Так, видите, перенос пошел, еще один перенос и еще один перенос. То есть вот так все это дело работает. Так,
Теперь давайте я, в принципе, это удалю. Мы не будем использовать здесь текст. Он нам тут не нужен. Так, а переходим назад в файл JS. Так, здесь я тоже вот это все поудаляю. Так, и параметр content type text мы тоже удаляем с вами. Так, теперь у нас опять идет обычный HTML. Давайте проверим. Так. Да, все переносится, отлично. И теперь смотрите, мы можем с вами также указывать задержки во время печатания. Для этого нам необходимо разместить вот такие вот значения. И здесь обратите внимание на один глюк. Если вы разместите значение сразу после какого-то тега, то оно будет обрабатываться как обычный текст. То есть вот такая штуковина. Давайте мы с вами обновим страницу и смотрите. То есть перенос будет, но дальше у нас начнет печататься вот эта самая 1000. Чтобы вы понимали, 1000 это опять-таки значение в миллисекундах, и в одной секунде 1000 миллисекунд. То есть в данном случае стоит задержка в 1000 миллисекунд. Давайте мы ее отсюда вырежем и вставим уже после вот этого тега не перед. Тогда она начнет срабатывать. Так, здесь 1000, здесь 1000, ну и здесь тоже пускай будет 1000. Так, сохранимся, обновимся и смотрим. Теперь у нас будет идти задержка, видите, да, в одну секунду. Ну, то есть вот такая штука, интересно настраивается скрипт, думаю, достаточно, ну, можно применять это все на практике. Так, и теперь двигаемся дальше. Здесь основной недостаток вот этой штуки в том, что в самом коде HTML вот этого всего нету. То есть, как бы текста, ну, тут он выводится при помощи скриптов, но если мы просмотрим сам код страницы, точнее, вот, код страницы, то у нас здесь просто стоит класс span элемент. Ну, соответственно, для поисковых систем это как бы не есть good, поэтому здесь у нас есть еще один вариант размещения нашего текста. Это прямо в коде HTML. Для этого нам необходимо вот здесь, видите, есть такой параметр strings элемент, да, и мы указываем, ну, тут в данном случае идентификатор того блока, из которого будет этот текст браться. Давайте мы его скопируем, вставим, получается, сюда. Так, так, так. Где тут у нас? Вот эту строку я, получается, закомментирую, нам тут будет не нужна. А этот параметр вставляем сюда. Так, дальше смотрим, что там у нас идет. Так, дальше нам необходимо будет разместить текст сам. Давайте мы его скопируем. Так, вставим. Так, перед тегом элемент. Вот так вот. Ну и здесь, соответственно, каждый тег P, он будет идти как новая строка. Давайте мы сохранимся, обновимся, посмотрим. Так, не работает. Сейчас, минуточку. Я не сохранил файл JS. Сохраняемся, обновляемся и смотрим. Теперь у нас, видите, печатается текст, который размещен вот в этих самых тегах P, а теги P размещены в идентификаторе typed strings, который мы прописали здесь. Как видите, все работает. Ну и чтобы, само собой, все разместить в одну строку, как у нас до этого было, мы просто отсюда удаляем все, второй P, а здесь мы это все дело копируем с вами. Так, вставляем сюда. И, ну, вот эти 1000 я поудаляю. Так. Честно говоря, даже не тестировал, будет это работать или нет. Давайте сразу же и проверим. Сохраняемся, обновляемся и смотрим. Так, да, работает. В принципе, задержку мы можем указать прямо здесь. Так, поэтому я назад все верну, пускай будет. Так, и теперь, получается, для поисковых роботов у нас уже стоит вот этот конкретный текст есть, который будет выводить наш скрипт. И, ну, в плане SEO это, конечно же, хорошо. Так, двигаемся дальше. Что еще я хотел вам рассказать? Давайте мы, наверное, немножко, ну, вот сделаем вот такой вывод, как у меня здесь идет, когда вы выводите все снизу, да? Так, поэтому сначала мы возвращаемся в класс монитор. Так. Где тут у нас? Вот он, да. Ставим position relative. Так. Следующий момент еще классу элемент. Даже можно в самом мониторе это прописать. Font. Так, family. Честно, не знаю. Забываю все, как пишется Corel New шрифт у меня. Так. Так, смотрим.
Или сработала эта штука. Никогда не запоминал, как идет название этого шрифта. Так, ну, что-то, наверное, накосячу, что-то не то. Так, просмотреть код. Сейчас я его отсюда потырю просто-напросто. Так, вот он. Так, копирую. Вставляю его сюда. А, ну тут, видите, я R лишнюю разместил. Так. И теперь у нас должен выводиться нормальный текст, да? Только давайте font size мы поставим побольше. Например, пикселей 18. Сохранимся, обновимся, смотрим. Так, замечательно. Дальше, что мы с вами делаем, это зададим высоту. Высота, ну, не знаю, давайте пикселей 600 я, что ли, поставлю. Так, смотрим. Так, вот теперь у меня все отлично выводится. Так, и дальше. Как все это дело теперь прижать к низу при помощи, я это делал при помощи абсолютного позиционирования. Поэтому мы, давайте наш класс элемент, Ctrl-Shift-A, завернем в отдельный div с классом. Так, ну, не знаю, давайте бот, просто бот напишем. Так, и будем смотреть дальше. Так, получается, мы этому диву с классом bot задаем position absolute. Так, я не понял. Position absolute, вот она. Дальше мы прописываем, получается, bottom 0 и left 0. Сохраняемся, смотрим, что у нас получается. Видите, да? Начало все печататься вот здесь снизу. Отлично. Дальше. Что мы делаем? Ну, давайте, наверное, все-таки я здесь размещу 20 пикселей. И здесь размещу тоже 20 пикселей. Пускай будет так. Так, обновимся. И вот теперь это смотрится уже немножко красивее. Так, замечательно. Дальше. Дальше, ну, что я еще хотел показать, как сделать вот такой, ну, мигающий большой курсор, да. И заодно, как забацать... Так, не, а, параметры еще остальные показать вам. Ну, давайте сразу разберемся. Смотрите, здесь у нас есть параметр show cursor, устанавливается в true. То есть это показывать курсор или нет. Естественно, если мы поставим false, то курсора не будет. То есть вот такой параметр, если будет стоять здесь, то курсора не будет. Ну, показывать я не буду. И, соответственно, мы можем указать, как будет выглядеть наш курсор. Давайте мы его скопируем. Вставим файл JS. Так. Запятая вставляем. Ну и здесь, например, давайте я поставлю звездочку. Вот. Вот так вот. Сохранимся. Обновимся. Смотрим. Видите, да, у нас появилась мигающая звездочка. Вот такая штуковина. Ребята, ну, давайте теперь попробуем создать курсор. Такой широкий, как у меня. Ну, в принципе, там ничего хитрого такого нету, точнее сложного, потому что вся хитрость в том, что я вот значение вот этого курсора, сам цвет, я его покрасил в тот же самый цвет, точнее, я вокруг него задал фон и покрасил его в точно такой же цвет, как и у мигающего курсора. И смотрите, наш курсор, он выводится в специальном, так, в специальном классе typedCursor. Давайте мы его скопируем. Вставим его вместо нашего элемента. Мы с ним классы прописывать не будем. И здесь напишем bg. Так, background. Так, и цвет у нас будет точно такой же, как у шрифта. Так, сохраняемся. Теперь смотрим, что у нас получается. У нас получается вот такой курсорчик, видите, да? Так, причем здесь, видите, у нас немножко просматривается вот эта палка. Почему? Потому что там идет тень. Поэтому мы копируем текст shadow. Так, и выставляем параметр none. Ну, то есть нету ее. Так, все. Теперь у нас этой палочки тут заметно не будет. Ну и если надо чуть пошире ее сделать, можно просто обычными полями все это указать. Например, сверху и снизу один пиксель. Ну и везде один пиксель. Давайте посмотрим, что у нас получится. Видите, да? Курсор стал немножко пошире. Вот так вот. Два пикселя, а сверху и снизу по нулям. Ну или тоже один пиксель пускай будет. Сохранимся, и курсор стал еще шире. Вот так, ребята, в принципе, ну, разбор полетов с этим скриптом закончен. Надеюсь, вам понравилось это занятие. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На связи с вами был Серега. Всего самого хорошего.